В защиту свободной журналистики у стен регионального правительства выступил коммунист и общественный деятель Андрей Втанеев. Днем раньше на телеканале «Барс» была закрыта программа «Губернский наблюдатель». Одна из самых смелых и откровенных на ивановском телевидении. Случилось это с приходом на телеканал нового руководства. Считаю, что указание о закрытии этой передачи вышло именно из этих стен, стен областного правительства, так как очень много правды, очень много информации честной, открытой доносил Михаил зрителям ивановским. И это, конечно же, не устраивало власть. С другой стороны, о необъективности и голословности, представляемой в передаче информации, говорили многие. Особенно те, кого эта информация так или иначе касалась. Тем не менее, зрителям губернский наблюдатель нравился. И в исполнении Виктора Ломоскова, и в исполнении Михаила Мокрецова. Веселее вел программу предыдущей. А вот этого я еще просто наблюдаю, как личность, он интересная. Но пока раскрыть не могу, что за характер. Программа, конечно, жалко. Обычно это довольно интересная программа была. То, что не замечаем по жизни, эти люди представляли как-то в другом ракурсе. У нас юмором хорошо подобраны кадры из фильмов. Вообще актуально все. Сам Михаил Мокрецов на пикет в свою поддержку не пришел. О причинах закрытия программы он старается не распространяться. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.